Всем привет! Сегодня у нас 12 февраля, и у меня контрольное взвешивание перед тренировкой. Нахожусь в фитнес-клубе World Body Кутузова, Подольск. Так, мой вес на начало тренировки 80 килограмм 950 грамм. Так, сейчас я вам немножко кратенько покажу клуб. Вот их тренажерные залы. Вот набор гантелей. Всякие приспособления для сидения, длины. Вот такой вот небольшой экскурс. Разминаем шею. Четыре движения в одну сторону, четыре движения в другую сторону. Аккуратно. Там часто бывает с возрастом позвоночки защемляет. Разминаем запястье. Четыре в одну сторону вращаем движение. Четыре в другую. Теперь запястье ладошками кверху. И то же самое. Разминаем. Четыре в одну сторону. Четыре в другую. Разминаем локтевые суставы. Четыре внутрь, четыре наружу. При этом локти должны быть вертикально, параллельно полу, ну и вертикально телу. Руки перед собой и локти перед собой внутрь и наружу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Разминаем плечевые суставы. Руки в сторону и вращательное движение. Четыре вперед, четыре назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь вращание в разные стороны. То есть одна рука в одну сторону, другая в другую. И вот так, асимметрично. Раз, два, три, четыре. Раз. Три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Продолжаем разминать плечевой сустав. Одна рука вверх, другая рука вниз. И пошли. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Руки перед собой и пошли. То же самое. Раз, два, три, четыре, раз, два. Раз, два, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Ну, и упражнение ножницы. Пошли снизу. Сверху. И за спиной. И так же. Так. Теперь разминаем. Позвоночник, таз, не шевелится. Раз, четыре раза в одну сторону, медленно, не спеша. Три, четыре, четыре в другую сторону. Так, теперь разминаем тазобедренный сустав. Четыре вращения тазом в одну сторону, четыре вращения в другую. Стараемся спину не работать. Ой, что, спина была на месте ровно. Работать только тазобедренный сустав. Четыре в одну сторону,
4, в другую. Хорошо прорабатывать это тазобедренный сустав. Мы же постоянно используем наши конечности. Ходим, бродим, соответственно, выполняем какие-то упражнения, поднимаемся, опускаемся, перемещаемся, поднимаем, бегаем, прыгаем. Соответственно, ноги важно разминать хорошо. И тазобедренный сустав. Коленный сустав разминаем на пол согнутых. И вращаем ко мне. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, четыре. Раз, два, четыре. Колени на ширине плеч. И вращаем внутрь и наружу. По четыре раза. Ну и растяжка. По желанию. Тоже рекомендую подрастянуть. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. У нас небольшой вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько раз в неделю нужно тренироваться в фитнес-клубе либо в спортзале для того, чтобы поддерживать свою хорошую физическую форму тела, ну и постепенно-постепенно худеть? Ну, минимум 3 раза. В неделю? В неделю. Ага. А если вы хотите ускорить процесс, как я своим подопечным говорю, день силовая, день кардио. Кардио от 45 минут до 60 минут между силовыми. Или хотя бы, если нет времени, 3 дня в неделю силовая и 1 день кардио обязательно. То есть не чередовать, а в день кардио и физуху, получать силовую тренировку? Да, да. Профи вообще делают с утра кардио 45 минут, а во второй половине идут на силовую. И так через день. Угу. Смотрите сами, какие задачи и так далее. Но самое главное, конечно, для похудения – это питание. Надо уметь считать и разбираться в питании. Спасибо за внимание. Если у нас будут вопросы, интересные вопросы, будем передавать нашему тренеру Максиму, и он, по возможности, будет на них отвечать. Без проблем. Спрашивайте. Все. До свидания. До свидания. Всем еще раз привет. Я так понимаю, вы посмотрели интервью с тренером. Если вам понравилось, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Если у вас интересные есть вопросы, задавайте, мы передадим их тренеру, и он на них ответит. А здесь могла быть ваша реклама. Товарищи рекламодатели, присоединяйтесь к нашему марафону по похудению. Не самый быстрый и не самый легкий способ похудеть. Худеем медленно, худеем вместе со мной, худеем лучше меня, худеем против меня. А мы идем на контрольное взвешивание. Так, вес после тренировки составил 80 килограмм, 450 грамм. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Фитнес-клуб World Body. Кутузова.